Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои бравенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Всем привет-привет, всем хорошего просмотра, всем хорошего настроения, всем хорошей счастливой жизни, всем здоровой жизни, всем мирного неба над головой, всем всего самого-самого доброго и прекрасного. И у нас сегодня рубрика, конечно, распаковка. Любимый Василек. Любимый Василек нас радует. Нас последнее время прям, вы знаете, вот на мне платье называется платье черный 24679. Артикул 24679. На мне 52 размер. Цена смешная, как всегда, 1553. Платье, как говорится, и в пир, и в мир, и добрые люди, и постирал, гладить не надо. Платье великолепное, я чуть-чуть камеру опущу, вот так. Посмотрите, как хорошо село платье. Платье послушное, оно не тонкое, оно хорошо сидит, понимаете, оно хорошо скользит по телу. Платье шикарное, платье нарядное, 1500. И вы можете и в пир, и в мир, и добрые люди. Девочки, обратите внимание, за 1500 сейчас в магазин за продуктами не сходишь. А платье это будете носить 10 лет не снимая, и ему ничего не сделается. Да, это синтетика, материал я, девочки, не могу сказать. Я не выписываю, к сожалению. Мне, правда, менеджеры и не велят это делать. Мы прислушиваемся, что нам говорят. Обратите внимание, платье шикарное, силуэт ровненький, немножко прикрывает, так сказать, руку, но платье хорошее, очень даже хорошее. Я думаю, что и на 8 марта, и на Новый год это платье прям вполне подойдет. Белый цвет, белый цвет, который здесь есть, абстракция такая, это будет вас освежать. И в то же время черные вот эти узоры, квадраты и ромбы, они будут делать вас построже. Очень красивое платье, обратите внимание. А мы переходим к следующему изделию. Следующее изделие, платье называется «Синий». Артикул 51117, на мне также, вообще я не буду больше называть, на мне все 52 размера. Другое дело, что об этом платье скажу, наверное, мало мерит. Если будете заказывать, обратите внимание, что ну на размерчик, наверное, возьмите побольше, чтобы вам не ошибиться. Артикул 51117, цена сказочная, 851 рубль. Шикарное платье, хоть дома, хоть выйти на улицу, хоть за булкой, хоть за хлебом. Если поедете отдыхать, тоже на море спокойно можно надевать. Это чистый хлопок. Платье шикарное, шьет Натали. А как я вам говорила, если этикеточка Натали, это просто безупречное качество. Карманчики хорошие, глубокие. Вот, вот такое платье, оно прям и стройнит, и оно прям девчачье-девчачье. Обратите внимание, девочки. А мы переходим к следующему изделию. А у нас изделие сарафан красный, 71131, артикул, размер по-прежнему 52, цена 1044 рубля. Девочки, платье широкое, платье хорошее, есть карманы, посмотрите, яркое, на море, в санатории. Даже если пойдете на танцы, будете великолепно выглядеть в санатории. Тут есть такие два сексуальных разреза. Платье свободное, платье чистый хлопок. Руки открытые. Посмотрите со всех сторон. Но летящей походкой в этом платье вы будете безупречны. 850 рублей. И вы красавица. Обратите внимание, девочки, обязательно. Шикарно, просто шикарное платье. Вернее, не платье, а сарафан. Мне понравилось. И яркое, и украшает. Очень красиво, очень. Так, а мы переходим к следующему изделию.
Так, костюм с шортами, лиловый, артикул 78561. Размер 52, цена 1715. Это сжатая марлевка. Костюмчик шикардючий просто. Имеет капюшон. Очень молодит этот капюшончик. Вот такая длинная кофточка прикрывает руку. Чисто летний. Хорошие длинные шорты. Костюм, обратите внимание, девочки, шикарный, свободный, легкий, дышит. Потому что тут такая мелкая-мелкая дырочка. Ну, как марлевка, знаете, и в наше время была марлевка. Костюм рекомендую к покупке. Хороший костюм, очень. Я уже сняла шортс в этом костюмчике. Костюмчик безупречный, девочки. Будете нарядные, красивые. Я думаю, что ему не будет сносу. Это 100%. Он никуда не сядет, он никуда не уедет, не поедет. Ну, шикарный. 1700. Шикарный костюм. Будете всегда нарядные. Не хочу долго заострять внимание на чем-либо, задерживать вас. Все сейчас заняты. У всех много дел, у всех подошла осень, поэтому... Переходим к следующему изделию. Шикарное изделие. Так, костюм с шортами лиловый. Ой, коралл, девочки, извините. 85010. 52 размер, цена 1087 рублей. Поторопитесь, девочки, разберут быстро. Костюмчик прям девчачий. Костюм шикардючий. Костюм прям нарядненький, карманов нету, на шортах нет. Вот, свободная вот такая кофточка. И коротенькие шортики. Ходить на море можно дома. Дома будете тоже выглядеть красивой и прекрасной. Материал двуниточка. Материал натуральный, классный. Посмотрите, обратите внимание. Очень нарядный, очень. Он будет вас украшать. Посмотрите, как красиво. Мне без зуба и то красиво. Переходим к следующему изделию. Итак, девочки, костюм с бриджами зеленый горох. Артикул 36825. Размер 52, цена 1283. Я эти костюмы обожаю. У меня их уже, наверное, десяток. Спасибо, как говорится, любимому Васильку. Этот костюм можно использовать дома. Можно, конечно же, и выходить в нем на улицу. Вы будете хорошо выглядеть, нарядненько. А самое главное, удобненько. Это чистый хлопок. Вот такие штанишки капри. Нам толстеньким они просто необходимы, чтобы мы свободно себя чувствовали. Этот костюмчик можно брать в санаторий. Потому что ходить на процедуры, одели, надели и побежали. За 1000 с небольшим рублей будете выглядеть очень даже превосходно. Посмотрите, хорошая длинная кофточка прикрывает все местечки. И вы будете чувствовать себя великолепно. Костюмчик, обратите внимание, прям рекомендую. Костюм шикарный. И дома будете нарядные, постирали, снова надели. И красота. Руку прикрывает, карманы есть, стройнит. Вот эта строчка стройнит костюм. А самое главное, еще и штанишки. А мы переходим к следующему изделию. Так, на мне костюм с брюками, бежевый. Девочки, кофта как будто немножко большемерит. Хотя, наверное, нет. Пусть лучше будет свободная. Значит, костюм с брюками, артикул 65072, размер по-прежнему 52, цена 1668. Костюм, трикотаж, очень красивая, принт красивый, посмотрите, очень красивый принт, прям нарядно. Вот, и длинные штаны. На нас, на коротышек, придется подшивать, а высокие просто как находочка будет. А костюм для высоких. Штанишки трикотажные. Все части тела просто уснули после того, как я надела.
хорошей длины, вот такая, я бы сказала, даже это как туничка она смотрится. Костюм великолепный, прекрасный, шикарный костюм. Можно в этом костюме хоть куда пойти, хоть на процедуры, хоть за хлебом, хоть дома, вы всегда будете нарядные. Легко сполоснуть, состернуть и снова надел. Костюм шикарный, девочки. Посмотрите внимательно, посмотрите, обратите внимание. Скоро осень. У вас будут такие вот штанишки и кофточка. Шикарный костюм, рекомендую. И у нас осталось одно изделие. Сейчас я вам покажу. Я вам хочу сказать, что я обязательно оставляю ссылки на любимый Василек, на все соцсети. Обязательно произношу артикул для того, чтобы вы переходили в любимый Василек, там набирали артикул и делали себе заказ, покупку. Набирать артикул надо, когда вы окажетесь уже на сайте любимый Василек. Поэтому переходите по ссылкам, делайте заказы, обновляйте гардероб, радуйте себя, не такие уж это бешеные деньги. И раз в полгода или как можете, раз в месяц, можете позволить себе какую-то рубашечку, футболочку, маечку. Там очень много белья, обратите внимание. Ну а мы переходим к последнему изделию, тоже шикарный костюм. Ой, девочки, лохматые уже, потому что переодеваюсь. Итак, на мне костюм с бриджами, артикул 35850, темно-синий. Размер 52, цена 1125 рублей. Костюм изумительный. Костюм прям вашу фигурку подчеркнет. Очень и очень стройнит. Шикарный костюм. Очень красивый. Вот здесь красивая аппликация или орнамент, или принт. Не знаю, как сказать. Девочки, у меня таких костюмов очень много. Вы знаете, я делаю распаковки. Я ими очень довольна. Такие тонкие-тонкие штанишки. И чуть-чуть потолще такая футболочка. Не подхожу, девочки, зубов-то нет, я поэтому вот так стесняюсь. Вот такой костюм, обратите внимание, вот этот костюм я прям рекомендую к покупке. Будете нарядные, будете шикарные. Идет размер, если сомневаетесь, возьмите на размер побольше. Но костюм достойный, костюм шикарный, просто рекомендую к покупке. Посмотрите, как он делает фигурку какую, просто великолепно. Давайте я надену вот эти вот шлепочки, чтобы вы видели, как с обуви смотрится. Ну, шикарно. Даже если вы полетите на море, даже если вы поедете в санаторий, а если вы никуда не полетите и не поедете, вы просто себя дома будете смотреть на свое отражение и радоваться. Глаз будет действительно радоваться. Спасибо любимому Васильку. Спасибо всем менеджерам. Спасибо директору этой компании. Мы желаем им процветания. Ну а мы будем, как всегда, помогать, чем сможем. Спасибо всем за просмотр. Благодарю вас заранее за ваши комментарии, за ваши лайки. Вот. Что еще вам сказать, девочки? Сказать, что переходите, посмотрите, выберите себе хороший костюмчик или платьица. И платьица черно с белым, обратите внимание, девочки. Освежите себе гардеробчик. Если вы выросли буквально из своих вещей, купите вот такое платьице и будете ходить всегда нарядное. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока, до встречи.